В воскресенье 25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел в отставку, чтобы сделать возможными перевыборы парламента. Теперь парламент, где у возглавляемой премьером фракции «Мой шаг» большинству, должен два раза не избрать главу правительства, после чего, согласно Конституции, законодательный орган будет распущен. Если все пойдет по плану, голосование по кандидатуре главы правительства состоится меньше чем через два месяца, 20 июня. До тех пор Пашинян будет исполнять обязанности премьер-министра. Пашинян, объявляя об отставке, также сообщил, что возглавляемая им партия «Гражданский договор» примет участие в выборах, а он будет кандидатом в премьер-министры. При этом он подчеркнул, что решил подать в отставку 25 апреля, в день гражданина, поскольку это символично. Граждане сами должны выбирать свое будущее путем голосования на выборах. По его словам, определенные круги хотели смены правительства – без учета мнения народа, но досрочные выборы – единственная возможность для народа сказать свое слово и решить свое будущее. «Если народ решит, что я должен оставить пост премьера, то я выполню его желание. Если народ решит, что я должен оставаться премьером, то я выполню и это решение», – пообещал он.